Всем привет! Был у меня выставлен вот этот весь комплект в интернет на продажу. Здесь у нас шашки, шахматы и нарды. Вот такое вот счастье для начинающего шахматиста. Наконец-то я это все продал, потому что надоело уже это все складировать. Вот такие конкретно шахматы я не рекомендую покупать на перепродажу, потому что с ними очень много волокиты. Некоторые люди выставляют вот такие подобные шахматы по 200, по 300 гривен, и это самая главная ошибка. Потому что они стоят недорого, там 100-150 гривен. Но я вот таким комплектиком... Вот я все продал за 945 гривен. Я считаю, очень-очень хорошо. Вот, вот эти вообще великолепные. Новенькие такие. По шахматам есть у меня также курсы. Ученики мои в курсе. То, что такие покупать лучше не надо. Ну, я, конечно, иногда беру... Если там недорого, по 20, по 30 гривен, если человек соглашается, то есть компоную вот такие вот наборы и выставляю в интернет на продажу. Вот такие покоцанные. Затем здесь у нас нарды. Ага, вот они. Ну, такие прикольные, интересные. И здесь у нас пластмассовые шахматы. Вот такие вот. Был у меня, в общем, ценник немножко подороже стоял, но нужно принимать предложения от людей, которые готовы вообще за это чего-то платить. Поэтому я согласился. Вот я считаю, вот за такие подобные предметы 945 гривен это вообще... Замечательно. Оно как бы и немного, но вы видели мои доходы перед Новым годом. Вот так вот потихоньку все и формируется. И каждый месяц какая-то интересная цифра получается. Если у вас дома остались какие-то шахматы, вы желаете узнать, сколько они стоят, вы подписываетесь на мой канал, нажимаете на колокольчик, и только для вас, мои подписчики, у меня абсолютно бесплатная оценка. Вы делаете качественные фотографии и скидываете мне на Viber, на WhatsApp, и тут же получаете оценку конкретно ваших шахмат, потому что шахмат очень много. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!